Право кидать точечно кулак. И по энтовый кулак. Фу, все, все здесь залетели. Давайте на пласте. Да все пети сопроты. У плана есть, плана нет там. Какой сет нечаянно пласт выйти? Давайте пуляйте уже, блядь. Это уже не дешёшь. Серега, вообще пласки нет. Это... Чё, я скажу. С разрядами, блядь, прошу, не слакайте. Кто там стоял, блядь, Вася, нахуй. Все съебали, стоит, а его... стоит тупо, блядь, в одинокого, нахуй, хуярит своими, блядь, этими, блядь, ветками, нахуй, кастует. Умер только ты, блядь. Ты там один стоял. Все, ладно. С ССами тоже не слакайте, нахуй, это тоже важно. Подкаты сдадите, у кого будет, кого назначал. Вижу, дох два по морали, но на всех остальных ни на ком нету, ебать. Ни на дроидах, ебать. Боже. Не бейте завоевателя. Стул, бери дома. ИПД? Нет, ПД. Берем. А этот топ ДПСер, успокойтесь там. Репги, этот, ну типа, блядь, МК снимается масс-ресом. Ну точнее, масс-ресом, масс-диспом. Да бейте дальше, не бейте этого, ну пиздец. Давайте, ребята, в темпе вальса у вас 50 секунд. Сейчас, походу, придется вам на нитробосах это допускать. Кинь лужу, пожалуйста, на мне моб. На мне моб, ну забери его, ну пожалуйста. Оглушение! Чё на тебе моб? Сейчас уешешь? Там... Усуфа КД, блядь. На нём вообще ноль. Как я могу, блин, бить, когда на мне оглушение? Как я агро наберу, блин? На нём ноль агры просто. Там агра я, маг. Да ладно, всё, блядь. Бегите, смотри. Не запускай, подожди, спустись, помоги. Я сейчас запущу. 10 секунд, прыгайте. Сложный режим. Прыгайте. Сложный режим закончился. Пускай. Бейте. Ну. Спустился, нет? Где-то. Я еще бегу, меня сейчас убивают. Собирать адрес. Дали Геру. Дали ДПС хорош. Фух, за меня не нужно, ебать. Просто. Как молния? Разряд молнии. Ну, завоеватель. Да, подпав. Ну да.
Никому завивателя взять? От разряда уже все отбегаем. Тебе без отключения. Ты хоть знаешь, что значит? Что было? Нечаянно, что ты там бегаешь, что за печеньки? Или кто ты был? Это разряд молнии. Куинмун, разряд молнии. Печеньки съебались. Бегают как хотят, нахуй. Прохил, прохил, Марат. Ну, похуй, не сдавайте БР, я хуй, да. Где ваш ДПС, блядь? 7 стаков всего. Ой, блядь, смотрю, я сейчас, блядь, начну сдавать КП нахуй. Блядь, не можете от разряда убежать? Серьезно. Даже прям грустно, блядь, немножко. Там надо Дерафана не проебать, чтобы побольше ДПС дать. И как-то я же говорю, блядь, после 3 стаков уже отбегаете, потому что вам может уебать нахуй зал, блядь, плюс нахуй это хуета. И вот и по половине, короче, нахуй отшой. Хаос, что ты понимал, челики, вместо того, чтобы отбежать от этой молнии заряда, да? Они еще подбегают к другим меткам, и в другую метку попадает молния цепнуха. И тупо этих из 2 меток, которые, блин, вместе сошлись в итоге, блин, их просто, остальных просто перешотало. Понимаю, но я видел, как челики со звезды пошли в сторону печеньки, блядь, и их ёбнуло, потому что в печеньку прилетела цепнуха. Ну вот Куин Мун взял, аккуратненько стал между печенькой и звездочкой. Реально же, не надо, блядь, выбегать от разряда и, блядь, и нарушать рейндж 12 с другими людьми, которые заряд других метках, блядь. Либо просто смотрите сами на РЖ, выбегайте, блядь, чтобы, ну, не сокращать дистанцию, блядь. Вам же объяснили. Просто свой фрейм ебаный поворачивайте, блядь, бежите в стенку, нахуй. Не надо влево-вправо бежать. Отбежали в сторону стены и, блядь, право-лево разбежались. Вы же убиваете своих товарищей, нахуй, когда выбегаете вот наискосок, блядь. Как ебаный дебил. Давайте еще раз попробуем. Прошу вас, не дохните в комнате, блядь. Что вам там не хватает, блядь? Давай тогда док. Иди сюда, короче, с нами будешь. А кто там был? Терьяки? Иди в комнату. Твоего Африка, нахуй, вообще в рот ебал. А, я просто... Просто в шоке. Ну, типа... у тебя, блядь... Ну, почему никто не умирает, кроме тебя? Ты постоянно там дохнешь. Давай. Я не говорю, что ты виноват, я говорю, что типа, блядь, его, ну, у тебя походу Африка, там агро набирает жестко. У меня нет таланта на игра. Давай, Терьяки, понял? Туда бежишь с ними обратно. У вас там мораль просто взял вначале, не кинул ни в лужу, ничего, уже пошел до босса, типа. Нет, ты, вначале кинул лужу, на вторую башню кидал. Смотри, босса на РДДшниках сидят, а он уже у босса. Ты смотри, Андрюх, ты кидаешь первую лужу, вы стоите, ждете, пока у тебя РДДшники залют прислужника. Как только вы залили первого прислужника, ты начинаешь двигаться ко второму. Так эти начали, блин, дальше по коридору бежать. Тебе не надо прям сразу всех агрить и бежать прям к боссу. Я смотрел первый пак, они вышли, блядь, на этот коридор, блядь. Я думал, они же куда-то бежать начинают, уже не понял, что они хотят, блядь. Нет, просто говорю, просто выбежал, первый пак забрал, кинул лужу, а у тебя РДДшники убили прислужника, ты за этим следишь. Тебя прислужника ёбнули, дальше ты бежишь, шагришь второй пак. Второй пак стагрили, а опять стоишь, ждешь, пока у тебя убьют прислужника. Убили прислужника, и только тогда ты ведешь всю остальную хуету, которая тебе висит, ты ведешь ее к большому мобу. Окей. Okay. Все, давайте, даю Рченапу. Соберитесь, блядь, парни слагеры.
Давайте, поехали. Прошу, от разрядов не дохните. Лучше, блядь, отбегите после Гера. Все, Гера кончились, блядь. Кончилось, подамажили, ебать. Твои свои бурсты выдали, все. Побежали. Увидели разряд, убежали. Увидели разряд, убежали. Просто бейте, блядь, камеру поверните, блядь, на ебаные вот эти столбы, если вы их не видите. И бейте в таком положении. А еще, ребята, вот если завоеватель куда-то убежал, подводите его сюда, в сторону ворот вот этой решетки. Потому что я не могу с этого места уходить. Здесь разряд не бьет. И... Ты его стой с ним бахнук в стене, чтобы тебя он не убегал туда далеко, чтобы успевал его. Понимаешь, если кто-то тебе его к тебе поведет, он нарушит раньше 12. Ему не может уебать. Ну, мне там скраю. Как держи его так, чтобы он, ты успевал его поймать. До того, как он стебется. Кто-то встаньте, звездочки, на вас баф скорости есть от завоевателя. Проверьте. Звездочка? А я хотел, мне его сейчас не видно почему. Потому что мне чардж дали. Сейчас я отбегу. Есть так баф? Ну... Нет. Да вот так. Вот так, да, есть. Вообще прям заебато. Не отступать! Уничтожить! Там вроде бы ребятки разобрались, я понял. Не умирать, я вас прошу. Суперио. Чего вы умираете, блядь? Это что, блядь? Вы шутите, что ли, нахуй? Ладно, пизду, блядь. Наверное, блядь, нереальный контент. И танчик. Стрелили мы бог. Все, Сиземот, падайте. А, мы еще не успели. Пали. Отправьте обратно Егора туда. Ты когда большого ловишь наверху, ты можешь встать в угол? Чтобы тебя не отбрасывало и спокойно танчил в углу, и мы проходили. А не ты начинаешь бежать, поворачиваешь просто весь трэш, который клинит, и мы все умираем. Давай обратно, короче, Егор, давай Андрюха, короче. Ох. Как-то вроде, блядь. Мы вроде здесь более-менее трэш убиваем. Но, в принципе, тут по собаку держать не надо. Ну, не успели, ебать. Уже нормально убили большого. Чем можно обратно типа отдать ему РДДшника, я не знаю, но не успевают просто по времени. Ну отдавай, давай. Я долго-то оттуда встали, потом дохнуть.
Если кто-то хочет танчить, я не против. Бегать в танку вы и сами протанчите. А нас больше некому. О, пусть Хантер идет туда. Хантер идет и напулил, блядь, мобов. Я туда наверх поднимаюсь, мне эти дурачки, блядь, оглушение, с него почти не вылазит, блядь. Просто их не надо оставлять, их надо заливать тоже. Ну, а если по времени вы, блин, не можете так залить, их нормально. Ты на них агру просто держи и... Ну, и агру как не держать, если я встану вечно. Ну все, паладина отправь туда, ДК пускай на арене постоит тогда. Хантер, короче. Комнат. Жил в комнате, справишься? Справится. Это как-то агру набирает. Вы говорите не бить трэш там, бежать с ним. Сейчас говорите заливать надо. Ну, вот, чтобы полная картина была, вот объясните человеку, вот он не понимает, бить или не бить. Убить надо весь трэш. Трэш, который не прислужники, который станет танка. Его надо убить, потому что если 4 моба на нем будет висеть, будет у него 4 стана приходить. Его надо убить, блядь, когда он под боссом был ее. Если вы будете убивать весь трэш сразу же, блядь, когда вы только бежите к большому мобу, вы не успеете по времени. Да, его под большим надо убить, это и наверху трэш, тоже. Трэш, который станет, убивается всегда под большим. Сбивается точно только прислужники. Сначала дается АУЕ, когда вы большого начинаете бить, потом большого добиваете. Там еще можно койл кинуть в него, чтобы он 3 секунды походил, или 2 койла, чтобы он на себя щит не повешал. Давайте, что даем? Давайте хотя бы разок нахуй мы, блядь, пройдем. И умираю, блядь, первую фазу. Здесь зашли, гуляйте, поехали. Соберитесь, блядь. Блядь, уже сколько? Третий раз мы убиваем его в хэме. Неужели, блядь, что-то непонятное еще осталось? Третий мы еще не убили. Вот этот мы 2 раза убивали в хэме. Третий раз. Телдрон в комнату идет. Да. Тут следующий. Не знаю, вообще, зелье свободы действия помогает это от мобов? Нет, там опрокидывание, другая механика. Был бы стан, помогал им. Подведите звателя, не бейте. Ну хильте Телдрина. Там АФК на хилах? Почему вас Телдрин там так быстро хп теряет? Чё, ну это не что? Ну это нравится. Просто весь трэш на себя смотрел. Ну а как еще должно быть? Ну до этого значит было не так. Надо. Завивателя забейте, а то они очень быстро кастуют. И еще одного завивателя. Пробудитель там недобитый. Убейте его быстрее, защитесь. Вас, блядь, 15 человек дадут, сука. Давайте быстрее. У нас как раз краще нету.
бейте квадрат. Запускайте босса, чего? Босса запустите. Он запущен. Давайте, Гера, поехали. Быстрее завоевателя того задутайте. Стунтите какой-то танк его. Пути босс. Дали хороший ДПС. Забери. Уже отбегаем от разряда. Просто. Лучше лишний раз убежать и выжить, блядь. Сука, надо будет резать как-то и пука. Космополит резцы. Блядь, ШП убило. Чем тебя убило? Космополит резцы, Войда. Есть БР? Быстрее, быстрее поднимай. Быстрее, мама. А, нечаянно БР суток. Быстрее, быстрее. Деребан. Нечаянно есть БР? Ну, в контроль заберите этого дурачка, он босса бафает. Не можем мы его забрать. Сука, нет, космополит есть БР? Блять, там пука, блять, ёбнула. Ни одного эсэста, блять, нету нахуй, идут под патрулям, блять. Сила похоронились, блять. Так, мы сейчас обомрём, сука, здесь. Ой, блядь. Да, разряд это, конечно, это пиздец. Это так, такая нахуй, конечно, блядь. Механика ебейшая, блядь. Баф, дайте быстрее. Да забей, у нас, блядь, у нас хилы лежат, у нас бэров ноль, на. Точнее, возможно, они есть, их просто не дают. Тебе космополит, я же тебе говорил, БР не приста. Да я там вставал, блять, я вставал уже, отбежал в контроль и потом все равно убил. Я хуй знает, какая-то хуйня, блять. Сегодня, походу, нам удачи не светит. И не понимаю, почему вы, блядь, не отбегаете от ебаного разряда. У нас половина рейда умирает тупо от разряда. В чем проблема? Что вам? Чем вам непонятна эта механика? Вы напишите ее, спросите. Вот только что было, вот я в печеньке стоял, наблюдал на звездочку. У них так, блядь, ну начался вот... разряд. Они побежали назад и угодили точно в бурю. Вот что так, им делать? Блядь, ну... Кто угодил? Кто стоит в метке, ебать? У вас, сука, есть ебаные локи, у вас есть портал есть. Поставьте порталы, блядь, в ебаную метку. Отбегите, блядь, после разряда, блядь, и нажмите, блядь, блин туда, чтобы вам не бежать. Причем, локи, там, маги, там маги, у вас есть блинки, у вас есть глыбы. Если вы видите, что, блядь, сзади разряд, ну, блядь, буря идет, нажмите вы под разряд ебаную глыбу. Это проблема? Нет. Друиды, у вас есть, блядь, тоже дубовая кожа, ебать. Если вы не можете отбежать, то нажмите, она должна засейвить, нахуй, там, 20% ебаных. У вас куча кнопок, ебать, которые вы можете засейвиться. Меня просит его поменять. Круто, ебать. Поставил, зашел. Давай, жмем. Даня. Мастер на лед давайте. Сокру давайте. Да, блядь, мы должны нажимать сейвы после 30%. Но мы не доводим его до сюда. Мы не доживаем нахуй, блядь. То ли у вас ДПС, там что-то проблемы какие-то случились. Вообще не въебывают просто. В чем сейчас проблема? Поставьте шкаф Локи. Траем еще, ебать. Еще, блядь, целых полтора часа веселого рейда. Само тебя оставил, что он.
доживите вы до 30% хотя бы просто, доживите, блядь. Дальше массакры будут сдаваться, может вы так не будете, блядь, сдохнуть. И мажьте. Сразу давать, блядь, сейвы, нахуй, блядь, этого смысла нету. У нас просто танки отлетят, нахуй, потом, блядь, после 30%. Где женек стоял? Какой метки? Кресте. Артел, кресте стоишь. Пожрали. Свиньи. Че с хантом? И лок вот этот ушел, да? Ну типа, людей кидаешь на замену, они просто съебываются, блядь. Ну, блядь, тут как с такими можно играть, нахуй, я не понимаю. Пишу человеку, будь на замене, я тебе дам фулл ИП, да, да. Все, нахуй, до свидания, блядь. Я не знаю, Хант вообще в Дискорде? Походу, то он уже слышит. Походу, нет. Мне некого менять, ну, блядь, нет никого. Стойку, блядь. Люси, блядь, пойдет он, не знаю. Давайте, расчехляйтесь, нахуй. Могу ирландца взять? О, люди пишут, да. Чё у него заметка пустая? Хуй пойми, какой спек. Смотрим. Где стоял хан? Может, дело в сапротах, бля, давайте сапрота раздам. Что, у нас там есть грибы сапрот? Да ты угораешь. Нету? Там, ну, блядь, не засейвят, они 5% дамага всего сейвят, ну, максимум. Ну, блядь, до этого били все сапротами, блядь, их как-то убивали. Поставьте ГБ, пожалуйста. Стоит. Просто отбегали лучше, наверное. А сапротов нет нихуя, блядь. И рынжу не нарушали. Охуенно. Я же, блядь, тут раз после того РТ, блядь, говорил, блядь. И говорил Гавайо, да-да, мы это решим вопрос. Сапроты, блядь. Делаем. Не Гавайи, не сапроты там. Люци, ты здесь? Здесь. На второй фазе стоишь в звездочке, понял? Да, нет. Все. В комнате был? Умеешь бегать там? Лево-право. Все, бежишь в комнату. Сапроты, сапроты, только выпей, если есть. Если нет, то бей, бей, поп, еще. Еще есть. Поставьте еще раз, наверное, рыбу. Рыбу ставьте. Рыцик, шире ему. Жить я всегда не понял. Бля, вы хоть сейчас здесь, нахуй, ну, блядь. Ты оставил МА на лёд, Даш. МК кому? Я зародом. РЧ, давайте даю на бафы. Давайте, все готово. Поехали. Прошу, не слахайте с разрядами. Гера кончилась, все, увидели за спиной разряд, убежали. Блинканулись, блядь, там, не знаю, тпхнулись. Хуй. Нитропусы свои жмите, блядь. Кнопки, блядь, нажимайте. У вас, блядь, не только чтобы пить босса. А есть кнопки, которые вас спасают, блядь, в определенной ситуации.
Право, влево, вперед, назад называется. 3000 магов, блядь. Глыба есть, блинки есть, там щиты маны, хуяны, что там еще такое. Да они просто молнию-то не замечают. Так я же сказал, блядь, стойте, блядь, бейте нахуй, чтобы у вас камера была, блядь, на эти ебаные столбы. Конечно, не видит там, блядь, когда бьешь босса, когда камера на боссе, их не видно, блядь, когда на спине кастуете. Ну как-то не видят люди, раз умирают от нее. Завоевателя не бейте. Ладно, поехали, блядь, Суберио. Пиздец, я в аху. Стабильный, стабильный БР в комнате, нахуй. Да хуёво, блин, очень хуёво. Божественная кара, это о чем говорит, нахуй? Что, блядь, косты не сбивают, нахуй, блядь, не могут, не можете точечно, блядь, ебануть. Моба, блядь, попасть. А, это прерванная, ебать, окей, ладно, нет план. Чего он умер, блядь? Унический разлом, понял. Я заслакал в этот момент. Признал. Заебал, блядь. Они на лестнице. Собирайте больше по мобам. Пиздец. Че так мобов дохуя, лёг, блядь? Авер, живи. Картинка верна. Уин, глыбу нашли. Не знаю, не говорите. Вот вообще успеваете вы, друзья? Ну так, притык. Ты на нетрибусах запускайте. Пусть, только запустите, прошу вас. Дайте больше ДПС от моба, который бьет. Бля, я ничего не снял, МК, сори. Перехаш. Ты точечно с него снимаешь? Рассеивание заклинание, точечно же есть. Я очко, говорит, уже готово было. Слушай, просто... Стали по меткам, вот залили мобов, лично. Еру, как косик! Косик, блядь. Где он сдох, ну? Можете его бэрнуть? Какого бэр? Стоп, есть бэр? Нет бэр, да? Нечаянно бэр, какой бэр, не как... А, он наверху сдох, блядь. Я там что, блядь, эти, блядь, что, блядь, ноги отрезали, блядь, чё, ебать? Как можно не добежать, нахуй? Я говорю, когда под Ера можете, блядь, стоять, нахуй, и, блядь, бить. Что, блядь? Разряд молнии, блядь. Понимаю, нахуй. Анонсить надо, не понимаю. Луна, блядь. Ну, мне это вообще не касается, ничего. Любы смертные. Короче, походу, пора заканчивать это РТ. Ну, вот, хоть взял, ушел, и ну, нормально все. Саня, я не начинаю. Милик, крест. Есть. Я там. Луна.
Звезда. Что-то там думаете по БРам, по ССам? Треугольник. ССы поддали по этим. Треугольник быстрее ушли. Коля, вот тебе БР. Нечаянно БР ломера. Давай, чай ломера. Пук дракона, БР к нему. Давай, ломер, давай уже массакру. Тихонечко. Первый пошла массакра. Он печенька ушел. Ромбик тоже. Пук дракона ты сдавал? И к ВМО БР тогда... Не БР пока никого. Крестик. Долго, блядь, слакаете. Массакру расставил, давай массакру. ЭМАС давай на лёд. На, Телтрин, давай массакру. Блядь, я тебе зуб сдал. Луна быстрее. Блядь, хилитесь, дайте чем-нибудь сейвом. Забирай мораль. А на Сладомира нет, мы не прохилим никак вообще, блядь. Пробуйте, блядь. Ушли, ушли, сука, ушли мы с тобой. С тобой ушли. Желудочка. Может, объем, я не знаю. Хитрись, хитрись. Я сдох. 13 так, и куда нахуй? Если, блядь, вначале нахуй не дохли, блядь, как долбоёбики нахуй от разряда, блядь. Кого убили бы нахуй. Во, уже ближе к победе, ебать. Еще а пару трайлов. Тебе сразу... Телдрин, он тебе сразу шотнулся, только стакинулся, да? Ну, там бить вообще. Смотрю, только кинулся, ты уже мёртв. Контент я ебу нахуй. Пиздец. Уже мы учим уже, блядь, 10-й трай, блядь, один ёбаный спел нахуй. Не, надо анонсить эти разряды со стены. Это бессмысленно, они стоят, как дурачки. Так, блядь, вот блядь, просто вот умер нахуй раз, ебать. Ну ничего, походу, в башке не отложилось, нахуй, чего умер, блядь. Стоим дальше, ебать. Хуярим босса, нахуй. Манекен, блядь. Сейчас по 1000 ДПС залечу, нахуй, на Торима, нахуй. Сука, надо... я ебашу. Надо хуесосить, как Кирилл хуесосил. Там кричать, там, пидоры, блядь, там, газуйте свои диоптрии, блядь. Блядь, не буду никого оскорблять, нахуй. Кто слабый, сам знает кто. У вас есть лишние прожимки, если видите, что в вашу метку направляются эти молнии с разряда со стены тут у вас. Прожмитесь, если отбежать не хотите. Или же поздно. Там просто, блядь... Почему там, где луна была, блин, почему там только один котик отбегал нормально, а остальные сдохли, блин, на четвертом стаке, на третьем. Ну, это смотрю, вас и Энх, нахуй. У вас что, просто проблемы? Просто я могу, блядь, прям вот кому-то въебал бы, нахуй, просто ГП, нахуй. У вас, раз. Shadow Moon, два. Терияки, три. Да, у Shadow Moon четыре. Лодомир, четыре. Дальше. Artstyle, пять. А дальше нахуй малахаться. Это всему рейдер. Оооо, блин, где цешник? Не может цешить. Че, я умер вообще, меня, блядь, моб убил нахуй. Все, блядь, ГП нахуй. Ну, тем более, че от моба сдох. От босса, босс меня убил. Босс убил, кого босс убивает, вообще, косарь нахуй ГП, блядь. Ну, после танков. А, ты, меня пишет просто, что ты умер от этого, от разряда нахуй. От разряда 500 нахуй, от цепухи 400 нахуй. Короче, повеселились. Ну, вы видели, 2 миллиона там... А, да, просто... зал умер. Арстайл умер. А на третьем, на третьем стаке, даже если вы милик, тоже отбегайте. Ты первый раз умер, он умер от разряда. Отбегать всему рейду надо, вообще всем от разряда. И миликам тоже стоят, бля, просто хуярят, нахуй. Думаю, что, типа, если, блядь, я милик, нахуй, да я бессмертный, неуязвимый, блядь. Вас тоже, нахуй, разрядка стоит, друзья, блядь. Мы поставили вас по 3 человека, чтобы цепуха не шотала. Если вы нарушаете рейндж одна метка с другой и становитесь в эту рейнджу 12 метров нарушаете, вы просто 6 человек цепуху ловит или больше и шотаются из-за этого. А ну, еще ты, стой, что ты мне теряки линкуешь? Ну вот, ты мне линканул 22 тысячи, а ты, у тебя уебал разряд. Если ты убежал бы, он тебя не уебал бы. Вот разряд давайте. Молнии, это вот этот... И надо отбегать обязательно, веер молнии, который... РЧ даю, арку.
почему люди, некоторые убегают и выживают, а вы там где-то стояли, ебать, я не ебу, где вы стояли. Я знаю, что, типа, блядь, если убежать, вас не убьет. Если вы умерли, значит, что-то не так сделали. Так, все тут, поехали, зашли и, блядь, поехали. Блядь, на пол. Давайте, блядь, закрепили, ебать, усвоили, убили. Только, блин, не дохните в комнате, умоляю. В чем там проблема? Одни те же люди дохнут. Квин, вообще не бей нахуй, если ты дохнешь. Смотри не на огонь. Погоните, я один раз случайно упал, потому что, блин, прослакал, а то признался. Один раз. Мне что-то два раза показалось. У нас три БРФ, когда ебля и СС раздавайте. Ну-ка, по откату. Кого назначаю? Могу повторить еще раз. Мы же, блядь, забыли. У вас там память, как у рыбки, нахуй. Хуй знает. Док дает в мораль. Тирьяки дает в Телдрина. Малак дает в Суфах. Вазивер в нечаянно, как оси Квин Муна. Направо, давай. Давайте вот, блядь, хотя нет, если бог. Я, блядь, за слаки, за от разряда сдохнет, я тому 200 гп уебу, согласны? У нас же все уже здесь опытные ребята. Отговорки не принимаются, все, вот с этого утра, ебать. Не бейте завоевать. Кто сдохнет от разряда, я 200 гп уебу. Это вам такая мотивация, ебать, чтобы вы, блядь, убили и пошли дальше. И мне похуй, вот тут только счет отговорки, ебать, хуярит. Меня заморозило, ебать, там, блядь, меня там что-то еще, ебать, меня там кошка, блядь, на клаву наступила. Если я увижу в информации о смерти разряд молнии, нахуй, я, блядь, десотки въебу. Пробудителя диспенсер стоит, кастует, квадратик спокойно. Еще раз. У вас там все хорошо? В комнате можешь сразу к дверям встать, чтобы потом время на не терять. Костик, ты там своими этими, блядь. Этим, бля, культяпками, нахуй, передвигайся быстрее, чтобы не умирать, нахуй. Бля, на коляске просто там выезжаешь, нахуй, с этой комнаты. Ты помнишь, как первый раз убили, бля? Как первый раз убили, да, пиздец, на коляске убили. Дайте всем добежать сначала, не запускайте. Нет, еще 20 секунд. Я запущу сам. Убили мобов, все пачки твои дружины. Бля, там еще вылетели. Все, запускаем, уже страшно. Просто уешьте во все. О, заебись. Завоевателя, вот этого зерганите быстрее. Прям весь рейд, быстрее зерганите двух мобов. Пиздец, блин, ТПС потеряли. Ага. Защитник крутит, башан надо. Так, давайте. Да, все равно поносим им разряд, пожалуйста, Андрюк. Круг, ромбик, нахуй. Ну сами ебучие глаза свои разуйте, сука, и смотрите на двойную молнию, блядь. Ёлкарина. Увидели, как она полетела, сразу съебались в сторону ее и по стене, влево или вправо. Опять ромбик. Печенька. И печенька, да. Печенька. Убила ШП, бля, ёбаный рот. Космополит БРН, здесь БРН, ШП БРН. Хорошо. Раз, удайте по ШП. Убирай его обратно. Пиздец, бля. Он убежал, да? Не надо на то место встать, блядь. Попробуй перебить его, не убивай.
Вот он тебе бежит. Трусов. Блять, не пал по нам, он, но что ж. Так, кто есть БР? Суп есть БР? БР пука, да, кроме дракона. И СС раздавайте сразу, по друидам, по всем. По танкам сразу надо раздать. По пуку дайте обязательно, кто-то СС, у него БР откатывается 10 секунд. Маны что-то делать, полит иннеры быстро по хилам отдайте. Фух, встал, отлично все. Дайте рибав по друидам. Пук по хау дай. Трусы ушли. Хитись, не падайте. Давай массакру уже. Есть, Стась? Хорошо, дайте БР по морали. Фулл баф сразу по морали. БР, точнее, баф. Ты хоть знаешь, что знаешь? Ретаунт? Давай массакру. Если видишь, просаживается ретаунти. Телдрин, когда защитит, ревность... Дает зубы, когда лыр. А, ебать. Я нахуй забрал, блять, у него босс. Есть БР у кого? Знаешь, что значит драк? Держите одного танка, он может протанчить. А БР на морали, по-моему. Красную саку ему на каждый удар. Давайте. Ревность поживет. Там ретрик мертвый. Мораль, все пружинники. Какие есть. Стою. Телдрин, по нему каплю, пока он держит. Ой. Пока он залетает на. Трусы ушли. Прям, вот блядь. Один на танк мораль остался, вот его только. Все. Ебать. Он за секунду зажил нахуй. Там как раз 13 таков опять. Чутка не дотягиваем мы, блять, по ДПСу просто. Ну там некоторых людей 4К вот это ДПС, это залупа полная. Четыре мага вот эти вот, Тиазар, Квин, Люцик. Ну ДПС, не ДПС, а залупа. Ну потому что на печеньку сколько раз было молнию. Я только бегал весь бой, что-то я и не дамажил. Да, в принципе. Давайте, ребят, еще один трай, не убиваем, мы его скипаем, бежим фурею, добиваем и расход. Ну и еще мастер долго. Это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Еще раз пробуем. Вроде бы уже, блядь, ну все, вот она нахуй, блядь, золотая середина. Просто надо два раза пробовать, потому что сейчас БРы по 7-8 минут КД. Мы типа сейчас попробуем, одно тело упадет, и мы сразу уже точно не убьем. Кому случае поставить, чтобы Аверн... А, Аверн и так дамажит. Аверну похуй, он, блядь, даже бегает. Мне кажется, он в метке, если бы стрял, он бы 100к дал, нахуй. Он даже бегает, блядь, от этого, от Близзарда, блядь, он дамажит, нахуй. Он третий по ДПС. Артстайл, ты сдох? Как? Артстайл, как сдох? Чекните смерть. От капли, что ли? Ратрет мол. А. Ты смотри, там, когда босс появляется, крылья лучше не отдавай, оставь бабл с каплей. Бля, ребят, давайте, чтобы честно было, я же обещал, давайте, похуй, да, я вам въебу не 200, а 100, нахуй, для фиоктики всем, кто умер от разряда. Просто от разряда отбеги, потому что твоя капля по танкам пригодится, и нужно, ну, блядь, нужно выжить, ты, блядь, второй поехали побегает. Нахуй, блядь, пожалуйста. Мы будем ждать этот БР или нет? Блядь, вообще, блядь, желательно. Честно, я бы подождал, блядь, потому что, ну... Блять, без БРов нахуй, мы просто сядем в лужу, блять. Или надо будет второй трай давать. А мы, блять, трай даем, 2 БР в КД, следующий трай даем, 2 других БР в КД, следующий трай даем, 4 БР в КД, блять, следующий трай даем, опять 2 БР в КД. Это надо, блять, чтобы нормально СС. Вроде бы все, да? Так вот 3 человека у нас умерло. Разрядно. Че, можно на 3 минуты отойти там и... Потом типа с БРами уже начать. Сколько там? 4. Да, давайте, Андрей, мы только садите, курните, блять, и, блядь, подумайте о жизни. Итак, когда вы хотите этот пронос поставить?
про нас. Наверное, на воскресенье. Я не знаю, тоже есть сейчас. Думаю, создай завтра на 12 каражан. На завтра? На завтра на 12 каражан создай. Кто поведет? Я свожу, кто наберется. Хоть там вести, блять. Егор, поставь. Пиши все желающие, блядь. Да, ставь на 12, на завтра и пиши кара и ка, и типа все желающие. Ходите. Проходками. Да, там же проходка нужна. Вот. И сейчас подождите. Ну да, на воскресенье, наверное, потому что, Слав, ты будешь в воскресенье, да? Там и столовка должен быть. Ну ставь, да, на пронос на воскресенье. Давай, все, брат. Папаша у нас на походу. Сейчас приду. Так, теперь закончимся нахуй. Прибахаемся. Вступляемся. Или бы все пожали. Так, рыбку нас понял, блядь, без этого, без рыбы. Да, я туда поставил, да не падало, было кайф. Давайте на присутствие даю вообще. Каути рыбу. Блять, у вас провалы во времени, нахуй. Ну, 3 минуты поставил нам. Моих нет. Сейчас было все отлично, блядь. Вроде рейд лежал нормально. Блять, у меня есть твоя мысль. Нет, меня помню. Нам же сова вообще, ну, полюбасу нужна, получается, да? Опять крыто ты где возьмешь? Еще раз даю щебу. Ну, блядь, Слава, ты где? Славик. Да все уже. У нас нет, не получится никак. Сова нужна. Слава, что говорил?
Ждем славу, блядь, что делаем? Отсутствие, блядь, прикольно. Камень? Что за камень шея? Блядь. Я не доспадешь, но почему? Есть какой камень с тобой на 23 спадешь?